Давай. Всем привет, ребят. Ребята, привет. Сегодня будет челлендж. Но челлендж переводится, это испытание. Ага. Это перепрыгнуть через костер. Ну, челлендж. А еще он... называется костер. Костер, да, хорошо. Но нужно перепрыгивать через костер. А в основе будет у нас Бин Базл. Переводится пьяные бобы. Да. А у русских детей называется «Бобы Гарри Поттера». Да. Да, вот все. И у нас даже есть костер. Но чтобы он не сгорел дом, у Алисы есть интерактивный костер. Приступаем к самой игре, да? Да, сейчас будет правило. Я расскажу. Я сама приду. Так, вот тарелочка. У нас зрители, у нас замена тут игрока. Вместо Артура. Вот. Подожди, покажи сначала. Покажи сначала. Бин Буст. Да, высыпай. Переводится пьяные бобы. Они пьяные, потому что они тебе леща дадут. А еще Артур это не с бобом. О, уже воняет, да, уже воняет. Так, ну, вам не будет через камеру? Бобы вот сюда поставим. Фу! Я не буду нюхать. Так. Ну что, начинаем? О! Вот, кстати, выросла капля. Задом прыгай прям. В любую эту сторону прыгай. О, интересно. Ты в эту прыгнула. Угу. Ага. А давайте теперь перейдем к кручению барабана. И к... Пробуй, не побол. Да? Ты чуть-чуть рядом. Ты чуть-чуть рядом. Значит, ты сожглась. Значит, ты сгорелась. Значит, ешь половинку. Крути колесо. Не-не-не, целое. А половинка не бывает. Или в целое, или не целое. Так. Такой какой выпадется, такой ты и убираешь. Так, что там написано? Консервы для собак. Шоколадный пудинг написано, что вы? Ну вот, коричневый. Короче, коричневый. Шоколадный пудинг или консервы для собак. Так. Да, коричневый. Так. Это консервы для собак. Нормально вкусно? Похоже на тушенку? Ну на пудинг шоколад не похоже. То есть похоже на тушенку для собак, да. Блин, я тоже хочу попробовать. Дай кусочек. Не-не-не, вот... Я на паузу нажму. Съедобно. Кошачий корм более противный. Да? Такие нотки шоколада. Ну что-то такое. Ладно, потом попробуем. Теперь срезик. Значит, у тебя минус половина. Минус половина. И половина пяти остается. Крути барабан, съешь что-нибудь для интереса. Давай. Да. Да, вчера... это просто для интереса. Давай, мне все равно не отнимется бан, если даже не... Нет, крути сначала. Крути полиция. А то я вчера гость съел в машине, мне что-то... Опа, клубничная банан. Или мертвая рыба. О, мертвая рыба. Вот, пятнистая, которая. Давай. Не. А, это. Вот. А, беленькая, розовая, по-моему. Да нет, смотрите. А, ну да, такой вот этот. Давай, все, пробуй. Нет, давай. Пробуй. Ага. Мертвая рыба. Жу. Посмотри в камеру. Мертвая рыба, да? Клубничный смус и помад. Тебе да? Нравится. Повезло тебе, блин. Да. А то мертвая рыба, это было бы, мне кажется, круто. Нужно с Альвинкой. Да. Нужно компанию собрать и провести. Ну ладно, что дальше играем? Не, давайте все, конец. Не конец. А как тут на бассейн собираться? Не при... Что? Давайте потом продолжение снимем. Да, хорошо. Прикольно, интересно. Нужно больше собрать людей, чтобы было интересно, детей. Ага. Классная штука. Значит, получается, один вкус у нее банан смузи, а второй вкус мертвой рыбы, да? Да. Да. Нормально. Не угадаешь, да. На вторую съешь, будто мертвая рыба. Ладно, мертвая рыба, пока. Ладно, пока-пока. Пока-пока. Спрей скунса. Ну, здесь банан, а это собачий корм. Пока.